Посидим в тишине. Елена Благинина. Мама спит, она устала, ну и я играть не стала. Я волчка не завожу, а уселась и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой, а по маминой подушке луч крадется золотой. И сказала я лучу: я тоже двигаться хочу. Я бы многого хотела, слух читать и мяч катать, я бы песенку пропела, я бы могла похохотать. Да мало ли, я чего хочу. Но мама спит, и я молчу. Луч метнулся по стене, а потом скользнул по мне. Ничего, шепнул он будто, посидим и в тишине. Вот и сказки конец. А кто слушал? Молодец.